Друзья, привет! С вами Лавплейс. Мы продолжаем играть в Frostpunk. И сейчас мы посмотрим альтернативную концовку, так сказать, мирную, наверное. Как же у нас тут дымит. Мы сейчас ответим нашему родительскому нашему городу, не Лондону, что мы, да, мы им поможем. Давайте переговоры. Мы приняли решение, мы вас спасем. Прощайте, прощайте, просто, как же, там, чувак, спасибо за все. Экономика не Лондона разрушена, нужно отправить туда угля, чтобы они не замерзли. Многие рабочие простудились, поэтому нашим людям предстоит их подменить. Для тяжелобольных нужны лазареты, а чтобы их построить, нужно отправить сталь и паровые ядра. С едой у них дела были плохи с самого начала, так что груз пищевых пайков тоже не помешает. Ну что ж, ой, много всего. И у нас еще и угля-то столько нету, слушайте. Ну ладно, в конце-то концов, елки-палки. Разберемся. Начнем, наверное, мы разбираться все-таки с наших. Говорят, вы решили спасти этих уродов. Жаль, но дело ваше. Правда, последствия настигнут и нас. Мы отправим рабочих, чтобы заручиться поддержкой, но будем за ними следить. Нам пришлось иметь дело с генераторами. Парочку мы построили, так что посмотрим, что у них там. Вы решили спасти большое и продвинутое поселение. Последствия ждут нас всех. Какие именно, покажет время. Мы сможем обеспечить поставки еды для Нью-Лондона, если напряжемся. Так что можете сосредоточиться на других задачах. Хорошо, это мы и планировали делать. Да, к сожалению, нам шахта так не поможет, потому что мы, к сожалению, не очень сильно продвинулись в том, чтобы помочь ей. Ну, ладно. Ага, еда и прям еду и рабочих отправили. Ну, слушайте, это прям здорово. Ладно, у нас, давайте, паровая шахта. Прямо побольше сделаем. Народу. Сколько у нас вообще по времени? 4 дня. Ой, все успеем. Тут такие копейки надо отправить в сравнении с предыдущим. Это, конечно, огромная разница. Хотя, может быть, просто все классно началось. Как-то так. Не очень сложно пошло. У нас хватает ресурсов. Я просто помню, как в последнюю осень было тяжко, как в дредноутах. Это были дредноуты? Нет, не дредноуты, а... Что же у меня последнее было на канале? Про то, что нужно было всех переправить как раз на дредноут. Ну что у нас тут? Уголь мы добываем. Все вроде прям добываем. Хорошо. Ну, то есть мы просто поставили после добычи уголь, добываем. Сталь добываем. Да вообще-то, давайте, 250 стали, 5 паровых ядер, 2000 угля. 2000 угля это у нас прям будет сейчас. Стали паровые ядра. Добываем. Давайте даже вот так вот добавим древесинки. Теплоизоляция поста добычи. Это хорошо, это хорошо, потому что у нас тут похолодание грядет. Ну что, паровой угледобытчик, что ли? Давайте сделаем паровой угледобытчик, просто чтобы было потеплее. Отправив нам пищевые пайки, вы не просто спасли нас от голода, вы восстановили надежду для нашего народа. Они все еще голодны, но мы знаем, какой ценой вам удалось доставить нам еду, и мы крайне признательны. Они признательны, они первый раз нам сказали спасибо. Вообще, конечно, ну, так, мое маленькое мнение... А, 3000 все-таки нужно, не 2. Мое маленькое мнение, что в таком случае надо менять еду на правительственные посты. Скажем так. То есть неэффективных менеджеров снимать нафиг в этом случае, которые довели город. Рабочие, которых вы отправили, очень нам пригодятся. У нас почти на всех объектах не хватает персонала. Многие рабочие больны, еще больше ослабли от голода. Благодаря вашим людям мы не теряем надежду. Молодцы, не теряйте. Тут у нас все еще холодно. Почему у нас тут холодно? Так,
Я, по-моему, даже не смогу подобраться к этому. А, не могу, не могу. Да, просто он там, там. Хотела котел как-то подрегулировать, но не получается. Ладно, у нас... Давайте мы, наверное, пищевые пайки раздадим. Я надеюсь, что нам продолжат как бы еду типа отправлять. А то это было бы плохо, если бы они прекратили. Стало холоднее. Ну-ка, да, еду. Фуф, еду отправляют, значит, вообще выживем однозначно. Паровой угледобытчик давайте поставим. Просто, чтобы температура была побольше. И побольше было, соответственно, побыстрее добывали вот этот угол. Побыстрее мы его будем собирать. Сейчас мы, возможно, будем переводить людей. Да, видите, тут тепло. Сейчас мы берем, вот, все еще тепло. Это хорошо. Все, все, я довольна. Тут тоже давайте продленные смены. 3000 есть, но у нас вечер уже. Это нам нужно для нас. Если мы тут все замерзнем, никому лучше не будет. 4 у нас уже ядра. Сейчас пятое ядро добываем. Сталь добываем. И вообще все в шоколаде. Мы закончим намного раньше. Надо держаться, да, надо держаться. Ребятки, держимся. Осталось немножко. Изученная технология и эффективный сбор. Супер, супер. Все, 3000. Я думаю, что можно отправить. Сейчас уже уголь. Ой, только не вылетай, пожалуйста. Удивительно, что вылетает. Видимо, это какие-то будут еще патчи, потому что до этого у меня вообще эта игра не вылетала. Ну ладно, второй раз вылетела за прохождение, я думаю. Не сильно страшно, считаю, что у нас тут постоянно сейвит каждое утро. И нам нужно отправить уголь. Отправляем. Все, выдохнули. Нет, нас не выкинуло в этот раз. Спокойно отправили уголь. Сейчас отправим сталь. Все, отправили сталь. Все, все, мы победили. Да, теперь я бы даже хотела, возможно, отправить что-то этим ребяткам, но не успеем уже, к сожалению. Очень бы хотелось, конечно, все достроить. Наверное, самая идеальная концовка – это как раз успеть всем все достроить. Но это уже такое. Не на запись, наверное, я буду делать, если захочу ачивки. Ну, конечно, я захочу, потому что иногда мне очень интересно возвращаться в эту игру. Потому что она прекрасна, она очень атмосферна, очень такая душевная. Большой груз угля, который вы отправили, поможет нам выжить. Генератор барахлит даже при самой низкой загрузке, и многим зданиям не хватает тепла. А теперь люди смогут согреться и не болеть. Спасибо. Час остался. Давайте, давайте. Город спасен. Отлично. Коллапс Нью-Лондону больше не угрожает. Нам всем было нелегко в эти времена вражды и раздора. Но все это теперь позади. Несмотря на недопонимание и ненужную злобу, мы отбросили разногласия и помогли нуждающимся. Последний город на Земле остается маяком надежды для человечества. Но надолго ли его народ запомнит урок о том, что главной угрозой стал раздор, а не вьюга? Мы победили. Мы были обычным ванпостом под управлением Нью-Лондона. Они приняли новые законы, нас эксплуатировали. И мы восстали. Теперь мы Виктория. Чтобы дать отпор Нью-Лондону, мы нашли союзников.
мы протянули им руку помощи, и их жизни стали лучше. Затем наши прежние хозяева пришли просить о помощи, и мы спасли их город, работая сообща. Мы предотвратили катастрофу благодаря нашему единству и усвоили ценный урок. Главная угроза – это не буря, а разногласия. Объединенные территории Нью-Лондона. Ага, в прошлый раз были объединенные территории не Нью-Лондона, а Виктории. И население было на 300 человек меньше. Конечно, да. Все равно до 16 года. Что же такое в 16 году произойдет? Что ж, вот и все. Мы прошли все сценарии этой игры. Будем ждать от них следующих. Ну, дополнения они вроде не будут выпускать. Будем ждать, значит, следующих игр. Вроде там ходили слухи про RPG на эту тему. Было бы очень-очень здорово. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И увидимся с вами в следующей серии. Пока-пока. Уже по следующим играм другим.